Правоохранительные органы разыскивают преступника, совершившего в Нальчике сегодня вооруженное нападение на сотрудника городского управления МВД. Произошло это около 11 часов на улице Кишокова. Неизвестный в подъезде дома, где проживал офицер, открыл огонь, предположительно из пистолета. Подполковник получил ранение в голову. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь в одном из лечебных учреждений республики. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.